Всем привет, ребят. Ну что, я создал Альянсик. Вот так вот он называется. Кто играет, пишите в комменты. Точнее, в телегу. Кто хочет вступить. В общем, что есть в Альянсе? Титаны. Вот то, ради чего я создал. Посмотреть, что же все-таки они дают, как они... На что влияют, интересно, также войны альянсов какие-то есть на 12 уровне. Ну, в общем, вот как-то так. Поехали. Начнем с титана, и у нас будет также роллинг. Так, это ваш первый титан, чтобы одолеть и сражаться вместе с другими членами альянса. Окей. Побеждать титана, увеличить счет своего альянса, заработать подражать. Пум-пум-пум. Окей. Ночной дракон. Наносит 100% урона всем врагам. Этого титана еще никто не атаковал. Вот такая вот у меня команда. Три попытки дают. Угу. Окей, поехали, попробуем. Битва с титаном, время сражения ограничено. Ага, минута 30. Титаны очень сильные, старайтесь попасть в слабое место, чтобы увеличить урон. Ага, все. Окей, с этим разобрались. Будем пробовать сейчас его бить. Посмотрим, как он. Вы видите, здесь на время, то есть надо слабое место все время меняется. То есть, как видите, куча разных локаций, куча интересных локаций. Ух ты, нифига себе. Жесткий, жесткий тип. Так. Критический. Такс. Ну, он фиолетовый, против него желтые. Должны нормально рубить. Слабое место выбрать нельзя. Так, последние секунды. Все, битва окончена. Нанесенный урон 5681. Ну вот так вот. А, давайте нападем снова. Или давайте, ладно, давайте кое-что сделаем. Поехали. А, я хочу. Видите, за титанов тоже будут плюшки. Я хочу паролить сегодня. Такс. Отряды. Вот мне интересно паролить отряды. Потому что есть интересные, которые мне, в принципе, бы очень помогли. Поехали, будем по 10 ролить. Может, повезет. Так, редкий, элитные бойцы империи. Редкий. Редкий. Видите, все. Все редкие, короче. Эпический. Отлично. Ну, поехали. Посмотрим, что мы там наролили интересного для наших героев. Итак, что у меня есть? Вот такой вот отряд первого уровня. Я не знаю, как их апать. Команда 1. Как они апаются? Ну, посмотрите, он дает неплохие такие статки. Плюс жизнь, плюс, я так понял, это шанс крита увеличивает плюс 7%. Как их улучшить, я до сих пор не знаю. По идее, как-то же можно. Только первого уровня у нас.
Так, тут у нас уже есть третий уровень. Желтенькие. Плюс 13. Шанс крита 10, 10, 8, 12 атаки. Пишите в комментах, кто знает, как их улучшать. Потому что я пока... Так, 8, 13. Вот так вот немножко мы улучшились дополнительно. Давайте. Вот награда есть за монстров. Я собрал 100 монстров. Призыв амулета получил и эмблема мага. Используется для улучшения талантов ваших магов. Этот предмет можно получить. Ага. Ну, интересно, интересно. Используйте бесплатные призывы, призывы от Антиеды, стоимость 100 монет за один призыв. Не знаю, что это такое, но в дальнейшем, думаю, интересные итемы скажете мне. Кто играл, так, у нас есть монетка бесплатного призыва. У редкого героя получили. Так, окей. Поехали еще. Отряды по ролям. Редкий. Так, эпический какой-то упал. Но легенду, я так понял, здесь точно так же сложно выбить, как и в этом. Ну как-то их же улучшать можно, думаю. Так, эпический зеленый есть. Давайте уже сразу все дотратим. Так, эпический. Типа войска, которые нам будут дополнительно помогать. Окей, с этим, в принципе, более-менее разобрались. Так, на чем мы там закончили? На 12-м. Давайте попробуем кого-то посильней. Ну, видите, здесь не дают сильных. Так, давайте изменить команду, попробуем, посмотрим, что у нас интересного появилось еще. 12, тут 17. Больше атаки. Ну, пусть будет она. Так. Ну, как-то их улучшать, я не знаю, не пишет. Так, что у нас тут? Это дефный какой-то вариант. 13 атаки плюс 4 жизни. Тут плюс 17 атаки. Это что такое? Увеличивает скорость восстановления маны. Прикольно. Этого ставим. Так, четверочка. Тоже на ману. В принципе, я думаю, для маны это реально очень классная тема. Так, тут у нас никого нет. Такого у нас тут все однотипные какие-то они. Попробуем этого. Плюс 10% жизни. В принципе, немало. А, улучшает исцеление. Ну, это такое себе исцеление, неинтересно. Лучше взять двойной урон. Так, и в синих у нас тут тоже
Вот такой вот. Не знаю, пишите в комментах, кто. Кто знает, что это такое, будем пробовать. Так, у нас не хватает пока попыток, чтобы дальше пройти. Поехали, пока попробуем Титана чпокнуть. Посмотрим, насколько у нас лучше урон станет. Где там Титан? Ну. Ну, что я могу вам сказать? Надо в слабое место, судя по всему, попадать. Довольно-таки неплохой дамаг туда и проходит. Вообще получается мимо. Больненько. Ай, слабое место поменялось. Все. Итого, что мы в этом раунде набили, 6 796. Ну, давайте еще третью попытку используем. Посмотрим, может, сейчас получше будет. Сейчас должно быть уже в разы получше. Я так понял, здесь надо с итемами больше воевать. С ништяками, которые накопить надо, чтобы побольше выбивать. Тут в районе десятки у нас есть шанс выбить, думаю. Этот заходик был поярче. Так, итого 13 217. Вот так вот. Охота на Титана. Я так понял, что какая-то дополнительная карта или она дается один раз. Энергия. Вот так вот у нас улучшился результат наш первый Титан. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.